О, зятёк, доброй ночи. Добрый. А ты это у нас вообще в Новосибирске плюс 3 часа. Что случилось? Нет, что вы? Я просто звоню спросить, что у вас в России дарят на Новый год. Я взял Наташе коробку ее любимых шоколадных конфет. Но, возможно, нужно что-то еще. Ну, конечно, можно и конфеты, Ваня. Мы так-то вообще на тот год айфон дарили. Ваня, а ты спроси у нее сам. Вы уже сегодня разговаривали? Нет, что вы, еще рано. Мы с ней созваниваемся ровно в 9 часов вечера. Уже скоро. Но я думаю, моя жена уже ждет звонка. Извините. Проституток предлагают. Ты это откуда знаешь? Ты все знают, ты че? Прекратите звонить, я полицию вызову. Я женатый человек. О, кажется, уже она звонит. Вань, ну ты уж поговори с ней. А мы спать пойдем. Слушай, это... Может, мы сами подарок купим? Ну, от него. А то он же конфеты не поймет. Это... Изменится. Стоило мне только уехать из Москвы, ты сразу привела любовника. Мы же только месяц женаты. Все. Я еду в Москву, чтобы убить тебя. И его. И себя. Алло. Я хочу приятно провести время. Только срочно. Сколько это стоит? Спасибо, не надо. Написано, что я в Сибири. У нас плюс 4 часа. Это хорошо, что в Сибири. Все вы там. В Сибири. Нет, что ж вы все рыдать-то начинаете, а? Ну, рассказывай. Она мне изменила. С кем? Я не знаю, я видел только Сади. Интересно. А свадьба, говоришь? Месяц назад была? Что-то она рано начала.
какие она мне писала сообщения. Называла меня страстный медвежонок. Может, она там в Германии хочет жить? Точно! Она хочет немецкий паспорт. Не будет никакой Германии! Сколько я вам должен? Да ладно, не надо ничего платить! За что тут? И вообще вам немцам от нас досталось! А у Фидерзы Гитлер капут! Подарок, что ли, выбрал? Магнитик из Краснодара. Ой. О, Вань, опять ты. Ну, что случилось-то, а? Вы родили ужасную женщину. Она мне изменяет. У нее есть любовник. Не будет вам никакого немецкого паспорта. Никакой Германии. Слушай сюда, колбасник. Еще хоть что-нибудь скажешь про мою дочь? Я тебя урою. Я тебе, сука, из-под земли достану. Да сдался я твой, ебаный паспорт. Ты хоть знаешь, кто я? Я тебе что говорил? Нахуя нам этот очкастый, а ты мне что? Ой, он, блин, такой интеллигентный. Короче, слушай сюда. Завтра утром я влетаю в Москву. Забираю дочь. А тебе? Сутки, чтоб свалил из России! Дома кто? Я не слышу тебя! Дома кто с голым задом? Может, сестра двоюродная Маша? Помнишь, я тебе о ней рассказывала? С мужским задом! Мужским? Так это, наверное, парень Машкин. А, она собиралась на вечеринку, а он к ней внезапно приехал. Их в общагу не пускают. А вот мы договорились, я ей ключи от квартиры. А она мне пригласительный на вечеринку. Слушай, подожди, ко мне что-то папа пробивается. Вообще, у них же ночь сейчас. Подожди, Наташа. Может, что-то случилось? Давайте я позже перезвоню, хорошо? Пока. Ты можешь...